Фестиваль «Пестрая сорока» призван выявить талантливых юных корреспондентов. О своем желании попробовать свои силы заявили более 100 участников из 20 образовательных учреждений Сочи. Ребята напишут материалы по итогам пресс-конференции с известными спортсменами, музыкантами и другими интересными гостями. В программе также конкурсы снимает открытая камера и репортаж с места событий. В этом году организаторы отказались от конкурса газет в пользу новых тенденций. Современная молодежь больше настроена на мобильность, на многоплановость, многожанровость и использование свежих, новых, современных, в конце концов, инструментов журналистики. Так родился конкурс «Мобильная редакция», где у нас абсолютно все, начиная от радио, заканчивая визуальными формами типа листовок. По итогам фестиваля победителям вручат дипломы и памятные призы «Пестрой сороки». Лучшие работы станут известны в четверг.